Всем привет, с вами SivPro, и сегодня покажу вам, как выращивать адские наростки в Майнкрафте Pocket Edition. Так, ну, для этого нам понадобится... Сейчас, так. Для этого нам понадобится... Вот, как видите, они растут. Для этого нам понадобится песок-душ. Ставим его, вот, допустим, здесь, берем... адские наростки и ставим в этот блок. И теперь нам придется ждать некоторое время, когда он вырастет. Так, и сейчас я хочу вам показать, что... Так, сейчас, подождите. Что костной мукой вырастить мы ее не сможем. Вот, расти она будет сама. Поэтому придется только ждать и ждать. Вот, ну вот, эффект действует, вот... В основном вот такой, так надо выращивать, можно делать целую ферму. Но на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.